Что такое цифровое исполнительное производство? Как можно узнать, что гражданин является невыездным? Как осуществляется процедура электронного списания денежных средств со счета должника? Смотрите программу «Город С» 8 октября 18.15. Гость в студии – в РИО начальника отдела по работе с обращениями граждан и организаций УФССП России по Самарской области Кристина Ленькова.